Сегодня в Южной Осетии отмечают День независимости республики. Праздник там готовится отметить с размахом. Этот день считают в республике одним из главных государственных праздников. 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указ о признании государственного суверенитета Южной Осетии. Это решение приняли спустя две недели после окончания пятидневной войны с Грузией. Тогда Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. 9 сентября того же года Россия и Южная Осетия установили дипломатические отношения. А 17 сентября 2008 года стороны подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. За последние 11 лет между странами заключено более 100 соглашений в различных областях.